Здравствуйте. В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». С главными событиями вторника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. И сегодня в строю. Архивисты Чуваши составляют электронный фотоальбом ветеранов Великой Отечественной войны. Готовьтесь к новоселью. Чувашия вошла в подпрограмму «Жилье для молодых семей». Из всех искусств для нас важнейшим является кино. В Чебоксарах приступили к съемкам очередного фильма. Глава республики Михаил Игнатьев встретился с депутатами районных собраний и сельских поселений сразу трех муниципальных образований. Рабочая поездка началась с Яльчикского района. Районы Чувашии анализируют итоги 2014 года. Что сделано, сколько еще предстоит сделать и какие ресурсы необходимо для этого задействовать, обсуждают депутаты сельских поселений и районных собраний, главы администрации, а также руководители коммерческих организаций. То есть те люди, которые ответственны за экономическое и социальное развитие территории. Основными вопросами стали сбалансированность бюджета в 2015 году и меры по обеспечению устойчивого развития района. Михаил Игнатьев призвал всех присутствующих к открытому и честному разговору. Еще раз посмотреть на доходную часть бюджета по муниципалитетам, по расходной части бюджета, потому что определенные цифры, отдельные цифры нам надо корректировать с учетом тех процессов, которые происходят в экономике, в финансовой сфере, с учетом удорожания кредитных ресурсов. Руководители органов исполнительной власти охарактеризовали динамику социально-экономического развития района и региона в целом. Сегодня оборот организации увеличен на 13% за 2014 год. И два месяца показывают такую положительную динамику текущего года. Промышленное производство на 18%. Все предприятия сельского хозяйства сработали с прибылью. В целом индекс сельского хозяйства тоже значительно выше, чем по республике. Плюс заработные платы по всем категориям, как в бюджетной сфере, так и в экономике выше. Это если в экономике на 9% по району, то по социальной сфере это от 5 до 20% с ростом. Плюс тот же показатель, то, что район работает, это налоговый, собственно, налоговые поступления. Сегодня по итогам 2014 года у вас налоговые поступления выросли почти на 4%. И все же по некоторым направлениям необходимо усилить работу. В Комсомольском районе, к примеру, за последний год значительно снизилось число вновь зарегистрированных предпринимателей. Для района это экономически невыгодно. Налоги в бюджет не поступают, новые рабочие места не создаются. Между тем, правительство России и Чувашии особое внимание уделяет малому бизнесу. Это и финансовая, и консультационная поддержка, которая в условиях кризиса только усиливается. Тогда мы давайте так договоримся. Владимир Александрович, или вы сами еще раз приедете, или заместителя отправите, надо собрать предпринимателей, ну такие, которые на самом деле имеют предприимчивую жилку, хотят они организовать какое-то производство, но по каким-то причинам они еще не вовлеклись, не зажглись или думают, что в этот кризис ничего не получится. Поэтому надо довести эту достоверную информацию. И я уверен абсолютно, что в Комсомольском районе еще десятки предпринимателей откроют свое производство. Министр сельского хозяйства Сергей Павлов обратил внимание на проблему Канашского района. Несмотря на то, что посевные площади в 2014 году в целом увеличились, достаточно много земель не вовлечены в оборот. Это именно тот потенциал, который нужно использовать в современных экономических условиях. Есть наметки на то, что в этом году около 2000 гектаров будет введено в оборот. Есть предприятия, которые уже заключили договора аренды. И, соответственно, если официально оформлен договор аренды, мы, в конце концов, будем требовать исполнения в рамках законодательства. Также в качестве основных антикризисных мер были названы оптимизация бюджетных расходов, повышение эффективности использования муниципального имущества, а также поддержка реального сектора экономики. Анастасия Алексеева, Расиль Мухаметов, «Республика». Сегодня назначен новый глава администрации Цивильского района. Прежний Сергей Артамонов оставил этот пост в связи с переходом в администрацию главы Чувашии. Цивильское собрание депутатов объявило конкурс на замещение должности, итоги которого подвели сегодня. В ближайшие два года, согласно подписанному сегодня контракту, возглавлять администрацию Цивильского района будет Александр Казаков, до этого временно исполнявший обязанности главы администрации. Депутаты Госсовета Чувашской Республики и собрания депутатов Цивильского района пожелали новому главе успехов в работе. С 10 марта изменилась стоимость проезда в общественном транспорте и, соответственно, стоимость проездных билетов. Напомним, в последние два года тарифы не пересматривались.
С этого дня проезд в городском троллейбусе стоит 15 рублей при оплате наличными и 14 рублей при оплате электронной транспортной картой. В маршрутках цены чуть выше – 20 рублей наличными и 19 по транспортной карте. В автобусах городских маршрутов – 16 и 15 рублей соответственно. Такие же расценки и на маршруте Чебоксары-Кугеси. Кроме того, на маршруте Чебоксары-Новочебоксарск утверждены тарифы 18 и 19 рублей в автобусе и 22 и 23 рубля в маршрутке. Стоимость месячных проездных билетов на троллейбус, дающих право на неограниченное количество поездок в городском сообщении, утверждена в размере 700 рублей. На автобус – 750 рублей. На два вида транспорта – 1050 рублей. Стоимость проезда в автобусах пригородного и междугороднего сообщения, а также месячных проездных билетов в пригородном сообщении не увеличена. Чувашия прошла конкурсный отбор на участие в подпрограмме обеспечения жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище». Подпрограмма реализуется в субъектах России уже пятый год. На протяжении этих лет наша республика получала денежную поддержку из федерального бюджета. Не стало исключением и 2015-й. В этом году на обеспечение жильем около 600 молодых семей планируется выделить 210 миллионов рублей. По данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики, за 4 года в Чувашии жилье получили уже около 2700 молодых семей. По данным Госслужбы занятости, численность официально зарегистрированных безработных граждан республики сегодня составила 4980 человек. Уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения – 0,73%. Самые низкие показатели в Маргаушском, Цивильском, Урмарском районах. В режиме неполной занятости вынуждены трудиться примерно 3300 работников предприятий и организаций республики. Между тем, в списке вакансий службы занятости – свыше 14 тысяч рабочих мест. Вот уже 45 лет Чувашская республика считается побратимом Хевежской области. В городе Эгер есть микрорайон Чебоксары, в нашем Новоюжном районе улица Хевежская и Эгерский бульвар. Прежде довольно часто студенты Чуваши ездили на практику в Венгрию и наоборот. Дружественные связи поддерживаются и сейчас. Пример тому студентка из Венгрии, которая живет в Чебоксарах. Это Мелинда Такач, археолог и аспирантка Сигетского университета. Еще недавно она жила в Будапеште, а сейчас временно поселилась в столице Чувашии для того, чтобы изучать наш родной язык. Я как археолог занимаюсь болгарами и древними венграми. И меня очень интересует тюркские народы. И из-за этого я решила изучать тюркологию в Сегедском университете. У нас в Венгрии большая традиция исследования Чувашей, но как сказать, особенные люди или люди, которые не занимаются с наукой, они почти ничего не знают о Чувашах. Изучать новые языки всегда трудно. Вот уже 3 недели Мелинда пытается освоить азы чувашской грамматики. Студентке помогает то, что раньше она изучала языки тюркской группы. А они созвучны как с чувашским, так и с венгерским. Кстати, на чувашском языке у Мелинды уже появились любимые фразы. Любимые фразы? Фразы, которые... Например, «юрать». «Юрать» – это на венгерском «табдабуш» значит... Кусанам. Табдабуш, спасибо. Кусанам. Сейчас Мелинда стажируется в Чувашском государственном институте гуманитарных наук и много работает дополнительно. В Чувашии же планирует остаться как минимум до конца августа. Юлия Важенина, Алена Алтухова, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня свой профессиональный праздник отметили российские архивисты. Именно в этот день, еще в 1720 году, царь Петр I подписал первый в России государственный акт. Генеральный регламент или устав положил начало формированию архивной службы. Сейчас чувашские архивисты активно собирают воспоминания и документы участников Великой Отечественной войны. На основе этих данных будет подготовлено специальное мультимедийное издание, посвященное 70-летию победы над фашизмом. Вообще, архивную службу республики уже не раз признавали одной из лучших в стране. Именно Чувашия в числе первых начала внедрять систему межведомственного электронного взаимодействия между пенсионными фондами и архивами. Их работники выполняют важную социальную функцию.
Граждане часто обращаются в архивы с просьбами подтвердить необходимые сведения. Только в прошлом году было обработано порядка 60 тысяч запросов. Вообще в Республиканском архивном фонде насчитывается порядка 3 миллионов единиц хранения. Недавно здесь появились и ценные материалы, датированные первой четвертью 17 века, а также киноработы из соседних регионов. Сейчас архивисты вместе с археологами продолжают работы по исследованию останков, найденных в ходе раскопок усыпальницы Марии Шестовой. Работы были завершены в 2013 году. Специалисты изучают кости и пытаются составить примерный портрет бабушки первого царя из рода Романовых. Ну а накануне Дня архива в Чебоксарах презентовали очередную серию фотоальбома «Герои в строю и поныне». Эти сборники посвящают ветеранам, которые проживают в муниципалитетах республики. Уже увидели свет работы, посвященные жителям Чебоксарского и Комсомольского районов. В этот раз в Государственный архив электронной и кинодокументации приехали ветераны из Батырева. Подробности в следующем материале. На большом экране фотографии те, кто сражался за мирное небо над головой. Биографию каждого героя зрителям озвучивает диктор. Этот электронный сборник включает в себя имена 49 человек. Справочник от А до Я, более 500 фотографий, личные документы и не только. Это результат долгой и кропотливой работы. Мы надеемся, что этот альбом будет интересен и молодежи, и исследователям родного края. Приглашаем всех смотреть наш альбом на сайте нашего архива. Наши архивисты ездили по деревням, по селам Батыревского района, собирали видеоинтервью, сканировали личные документы ветеранов Великой Отечественной войны. Мы можем получить достоверную информацию, так как на сегодняшний день очень много информации данного этапа истории нашей страны фальсифицируется. Хотелось бы сказать, чтобы на их примере мы могли получать какой-то жизненный опыт, делать для себя правильный вывод. На презентацию электронного фотоальбома пригласили и его героев. Георгий Иванович Савинов приехал в Чебоксары из Батырева, несмотря на преклонный возраст. В этом году, накануне Дня Победы, ему исполняется 96 лет. Ветеран высоко оценил работу архивистов. Нас не станет. Откуда они будут знать о прошлом? А вот посмотрев, перелистав альбом, они восстановят то, что было прежде, как стало сейчас. Поэтому альбом очень нужный. Очень нужный, я еще раз повторю, правильное решение это. Впереди у архивистов еще много работы. В ближайшее время увидят свет фотоальбом у ветеранов других районов. Специалисты уже отправились в командировки собирать ценные материалы. Алексей Андреев, Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика. В Чебоксарах начались съемки нового фильма «Егор Шилов». О создании картины ее авторы задумались 2 месяца назад. Именно тогда был написан сценарий. Съемочная группа работает на натуре. Первые сцены снимали в кафе. Не обошлось и без участия известных лиц. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Разбивается тарелка, все собирают по осколочку. И в конце проекта, когда закончилась последняя крайняя сцена, приходят и складывают по кусочкам. Раз, два, три. После разбитой на удачу тарелки команда «Мотор». Съемки нового проекта Юрия Спиридонова начались в Международный женский день. Авторы фильма говорят, картина станет их подарком прекрасной половине. Егор Шилов. История любви и преодоления трудностей. По сюжету главная героиня становится свидетелем убийства. На девочку объявляется настоящая охота, но у нее появляется защитник, который готов бросить вызов преступникам. Других секретов режиссер пока не раскрывает, но уже уверен, что получится интересное кино. Глобальных сцен таких особо не будет. Все-таки это фильм о жизни, это не блокбастеровский фильм. Но у нас есть одна такая сложная сцена, где будет задействовано очень много народу. Это будет с выездом, но выезд у нас не за пределы республики. На трассу. Для исполнителей главных ролей съемки в этом фильме – дебют. Юная актриса, взявшая себе известный псевдоним Тани Юн, признается. Было сложно вжиться в образ киношной Матильды. А вот актер Валерий Тарасов в своем герое нашел общие черты. Немногословный, спортивный, честный, по сюжету Егор Шилов – отставной военный офицер. Я служил в армии, ну, правда, это было давно, но я помню, как сейчас все это, все эти моменты. И по идее, у меня и жизнь такая же дисциплинированная. К этому очень долго готовлюсь. Я вспоминаю какие-то грустные моменты, когда я поругалась с родителями. Или что такое грустное.
интересное случилось у меня. Я вспоминаю такие моменты и настраиваюсь. Мы с Юрием Николаевичем работаем над тем, над моим состоянием, над всем вот этим, чтобы меня настраивать к фильму. Саундтрек к этому фильму написал Рома Жиган. Авторы картины даже пригласили известного рэпера в Чебоксары. Несмотря на плотный график, певец на съемки приехал. Вообще, говорит он, сняться в кино мечтал давно. Жигану предложили небольшую роль в эпизоде. Сейчас кино, как и все остальное, поднимается. Спорт, кинематограф, музыка. То есть индустрия развлечений должна развиваться. И мы те люди, которые можем это как-то этому посодействовать, это подтолкнуть в массы. Тут нужно реально работать, выкладываться, отдавать себя. Картину Егор Шилов создает национальная киностудия «Чувашфильм». Для съемочной группы это далеко не первый опыт. Сейчас готовятся к выходу на экраны и фильм «Обочина». К чувашской киноиндустрии сейчас присматриваются и в других странах. На презентацию новой картины приехали и гости из Турецкой Республики. Есть ряд турецких проектов, которые мы хотим реализовать с Чувашской Республикой. Сейчас они находятся на стадии переговоров. Мы видим амбициозные цели. Проекты очень интересные и будут востребованы в Турции. Первые эпизоды фильма Егор Шилов снимали в одном из столичных кафе. Съемочной группе приходилось работать даже в кромешной темноте. Чтобы добиться эффектной картинки, режиссер использовал в работе только два световых прибора. Эпизоды, которые были сняты сегодня в Чебоксарском кафе, авторы фильма называют ключевыми, но впереди у съемочной группы еще масса работы. Планируют снять не менее 20 сцен. Премьера фильма «Егор Шилов» состоится на одном из фестивалей. Времени остается немного. Склеить разбитую тарелку члена съемочной группы планируют уже через полтора месяца. Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаметов. Республика. В программе вещания национального телевидения Чувашии произошли изменения. Завтра в 19:00 на нашем канале телевизионная версия расширенного заседания Кабинета министров Чувашии, на котором будут обсуждаться итоги социально-экономического развития республики в 2014 году. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии.